Буква L. Здравствуйте, ребята, девочки и мальчики. С вами тетушка Азбуковна. Сейчас мы вместе рассмотрим букву L. Для начала давайте узнаем, как она выглядит, и нарисуем ее. Для этого берите в ручки фломастер, карандашик, все, что вы любите, все, чем вам нравится рисовать. И вместе со мной нарисуйте контур буковки L. Попробуй нарисовать букву L и раскрасить ее своим любимым цветом. Пусть она станет ярче, веселей и интересней. Поставь «нравится» под видео, чтобы отметить, что ты уже посмотрел ролик про букву L. Если ты понял, как выглядит буква L, то найди ее на клавиатуре и напечатай ее. Или попроси взрослых помочь тебе найти букву L. Давай с тобой придумаем слова на букву L. Например, L – лягушка, L – лисичка, L – лось. А сейчас вспомним имена сказочных героев, которые начинаются на букву L. L – лисичка, сестричка. L – леший. А если ты придумал или знаешь свое слово на букву L, то напиши его в комментариях. Если ты еще этого не умеешь, попроси маму, чтобы она помогла тебе написать букву L. Хочешь узнать поподробнее о букве L? В описании к этому видео мы оставили ссылку на наш сайт. Заходи, там ты узнаешь много чего полезного и интересного. Сказки, стихи, песенки, скороговорки, загадки о букве L.